передаем теперь слово главному действующему лицу данного турнира, главному судье соревнований Башурину Артуру Сергеевичу, город Иван. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые представители. Я поправлю Сергея Борисовича. На самом деле, главные действующие лица – это участники этого турнира, от которых мы ждем красивых партий. Я рад вас поприветствовать в Суздале, в прекрасном древнем русском городе, древней столице нашего государства. Буквально 5 лет назад, в эти же сроки, вот на данной сцене проходил турнир легенд, в котором играли такие люди, как Виктор Корчной, Лаюш Портиш, Ольга Кульман. И я желаю вам всем, чтобы этот турнир также вошел в историю российских шахмат. Я еще раз вас поздравляю и приглашаю участников пройти в турнирный зал.